Кейкуаба совместно с компанией Yamaha в середине 20 века разработала прототип маримбы, который вы можете видеть сейчас перед глазами. Изначально это был этнический инструмент, причем его, как бы это сказать, варианты, аналоги были у разных народов свои. То есть какие-то аналоги были в Африке, какие-то аналоги были в Азии. Вот. И вот Кейкуаба совместно с японской компанией Yamaha создала на основе японского народного инструмента вот современный прототип маримбы, который сейчас во всем мире считается стандартом. Вот. Также она сочиняла и продолжает сочинять очень-очень много музыки для маримбы, также для ансамбля перкуссии с маримбой, вот, и для симфонического оркестра с маримбой, либо же для оркестра с маримбой и перкуссией. Вот. Сейчас я исполню вам сочинение, которое называется «Ветер по муку и роще». Thank you.